Итак, закрыла офис. Огляделась. У нас здесь, блядь, раскопали канализацию. И этот срам позорный своей пальмой перекрыла. Пальмочка моя пожелтела. Нормально, блядь, выживет. Пидорасы, блядь, болгарские. Наебали. Что у нас здесь? Привет, Асановой. Ах, блядь, ну что за привычка? Блядь, 12 и сказали же, блядь, не закрываем подъезд. Байк. Асан, еще раз тебе привет. Вонючка и клип, тебе тоже привет. И вот, собственно говоря, я уже дома. Ну, очень далеко живу.